Веселые клоуны, интересные конкурсы, песни и танцы – вот что действительно способно раскрасить жизнь детей яркими красками. Именно таким задорным, увлекательным и запоминающимся стал праздник детства в Центре социальной помощи семье и детям. Ребята постарше сами подготовили несколько концертных номеров. Малыши с удовольствием играли с клоунами. А смешные конкурсы пришлись по душе даже взрослым. Особенной радостью стали для мальчишек и девчонок подарки – спортинвентарь для подвижных игр, разноцветные мячи, напольные игры, дартс, бадминтон и, конечно, сладкие призы ребятам подарили горняки Михайловского ГОКа. Компания «Металлоинвест» помогает воспитанникам социальных учреждений не только в праздники. Горняки приезжают к своим подшефным постоянно и принимают участие в решении разных вопросов, будь то участие в различных мероприятиях или материальная помощь. Между горняцким коллективом и воспитанниками подшефных учреждений сложились добрые, дружеские взаимоотношения. Здесь невозможно формально подходить. Здесь нужно найти именно общее понимание с детьми, практически настроиться на одну волну. И конечно же, дети это все понимают. И причем чуть ли не 24 часа в сутки этим нужно заниматься. Если они почувствуют какие-то фальшивые нотки, конечно же, они сразу же замкнутся, и никакого взаимопонимания здесь не будет. Михайловский ГОК и Рудоуправление будут поддерживать такие организации, потому что они не то что требуют к себе какого-то должного отношения. Это наша обязанность, наверное, как градообразующего предприятия. Поэтому мы всегда будем помогать им. За особую поддержку социального учреждения и заботу о детях директор Центра социальной помощи семье и детям Наталья Шелестова вручила шефам благодарственные письма. Но, конечно, особой наградой для всех гостей праздника стали звонкий смех и горящие радостью глаза мальчишек и девчонок.